Привет всем. На улице рвутся шутихи. На плите шкварчит наш главный компонент для главного салата, которого я готовлю целый тазик. В общем, праздник приближается. В такой момент по традиции полагается подвести итоги года, посмотреть, что было хорошего, что не очень хорошего, что осталось позади и что видно впереди. Самым печальным в этом году было трижды попасть на похороны мужчин примерно моего возраста. Так что моя семья и окружение потеряли трех мужчин, которых и до этого было не так уж много. Причем паттерн, к сожалению, очень похожий. Человек испытывает некую проблему со здоровьем, долго тянет, думает, что рассосется, думает, что ничего серьезного. Потом с обострением попадает в больницу, потом в больнице идет на улучшение и на поправку. И на радостях сразу после больницы бросает назначенный курс лечения. Через некоторое время наступает второе обострение, которое развивается стремительно, и врачи ничем помочь не могут. У кого-то остались дети, а у кого-то не было еще ни семьи, ни детей. Видеть родителей на похоронах детей – очень печальное зрелище. Никому не советую. В остальном, насколько все могло быть хорошо, в общем-то было хорошо. Жаловаться не на что. Не считая того, что наше государство с нашими традиционными реформами идет в традиционном направлении. Но оно всегда так делает, мы уже привыкли. Я, наконец, начал производство собственных видео, что я очень давно собирался делать, но все руки не доходили. Все еще не до конца освоил техпроцесс, но отлаживается. Хорошо побегали и на официальных забегах, и без них. Была небольшая травма, беговой сезон немного смазался, но в целом все обошлось. Сын учится и взрослеет, племянники растут, танго танцуется, английский учится, ГТО сдается на золотой значок. Впервые услышал Каста Дива вживую. В исполнении Марины Агафоновой, за что ей большое спасибо, тронула. Архиповский выжил слезу на своем юбилейном концерте. Как он это делает, не знаю. И Юлия Лежнева была отличным подарком к Новому году. До этого слушал ее только в записи. Большое впечатление произвела. Этот год у нас прошел без Пинк Флойда подобных концертов. Зато в будущем году приедет сам Роджер Уотерс. Пропустить такое будет нельзя. Буквально вчера ночью был предварительный телемост с одним очень интересным человеком. Если все срастется, то Новый год начнется с крайне любопытного интервью. И надеюсь, что дальше их будет больше и интереснее. А теперь я поздравлю вас небольшим стихотворением, записанным без искажения голоса. Стихотворение посвящено совсем другой теме, но послушайте, как необыкновенно точно оно ложится на мужское движение, на проблемы вокруг него. Чтобы увидеть подстрочник, нужно нажать кнопочку CC, включить субтитры. Постараюсь теперь так всегда делать. Удачи и побольше красного в новом году. Я не имею в виду алкоголь. From bitter searching of the heart, quickened with passion and with pain, we rise to play a greater part. This is the faith from which we start. Man shall know commonwealth again. From bitter searching of the heart, we love the easy and the smart. But now with keener hand and brain we rise to play a greater part. The lesser loyalties depart and neither race nor creed remain from bitter searching of the heart. Not steering by the venal chart that tricked the mass for private gain, we rise to play a greater part. Reshaping narrow law and art whose symbol are the millions slain from bitter searching of the heart. We rise to play a greater part.